Ближайшие 20 минут о самом актуальном. В эфире новости. С вами Алмаз Ашим. Добрый день. Проект концепции развития институтов гражданского общества до 2024 года обсуждают участники 8-го гражданского форума. Одна из инициатив, уже прозвучавших сегодня, предложение усилить позиции гражданского общества в национальных компаниях от главы гражданского альянса Асылбека Кожахметова. В частности, предлагается включить в состав совета директоров представителей гражданского общества, правда, без права голоса. Предполагается, что это поможет повысить прозрачность деятельности нацкомпаний. Добавлю, во второй день дискуссии одно из центральных событий – пленарное заседание на тему «Гражданское общество и государство. Диалог, партнерство, доверие», которое проходит с участием президента Нурсултана Назарбаева. Подробности от моих коллег уже в следующих выпусках. В Северном Казахстане в ближайшие дни заработает Булаевский элеватор. Напомню, на днях сельхозтоваропроизводители столкнулись с проблемой. Из-за долга хлебоприемного предприятия инвестиционному фонду Казахстана они не могли вывести хлеб. Сейчас проблема решена. Что касается трех остальных элеваторов области, которые также задолжали финансовые организации, аграрии могут свободно отгружать зерно. К примеру, в сутки с Куялинского зернохранилища отправляют по 10-15 вагонов. Мощность предприятия порядка 80 тысяч тонн. На сегодняшний день нет никаких препятствий по деятельности элеватора. Мы также осуществляем отгрузку, хранение. В настоящее время у нас идет отгрузка в порт Актау, 10 вагонов. Корпорации осуществляют экспорт ячменя в Иран. А к другим темам. Сейчас в Казахстане работают свыше 10 тысяч дошкольных организаций. Из них львиная доля детских садов и мини-центров. Более 6,5 тысяч – все это государственные учреждения. Оставшиеся 4 тысячи – частные. Открытие частных садов в республике помогло решить проблему нехватки дошкольных мест. Согласно информации Минобразования и науки, дошкольным образованием сегодня охвачены 93% детей. Однако к 2020 году эту цифру необходимо довести до 100%. Сейчас дошкольные организации посещают 880 тысяч детей. Из них почти 600 тысяч ходят в государственные, остальные в частные детские сады. В среднем по стране в госсадах на 10 мест приходится 97 человек. А по данным местных исполнительных органов, в следующем году планируется открытие 457 дошкольных организаций на 62 тысячи мест. В региональном разрезе охват детей дошкольным образованием выглядит следующим образом. Лидером по количеству детских садов и мини-центров стала Туркестанская область. В регионе работают свыше 1300 дошкольных учреждений различных форм собственности. Меньше всего дошколята охвачены образованием в столице. В Астане работают более 250 учреждений. Интересно, что для создания бизнеса предприниматели чаще всего выбирают юг республики. Так, в Туркестанской области функционируют 804 частных детских сада, в Алматинской 550, в Кызылординской 470. По количеству государственных дошкольных учреждений лидирует Жамбылская область. В регионе работают 370 детских садов. На втором месте Туркестанская область. Здесь 279 садов. И Актюбинская область. 233 государственных сада. В опросе участвовали 3 города и 8 областей. В продолжении темы в семье и частных детских садов станет больше, потому что их передадут в доверительное управление. На сегодняшний день из 16 государственных дошкольных учреждений 7 работают по новой системе в рамках государственно-частного партнерства. На днях в частные руки сроком на 1 год отдали детсад в левобережной части города. Предприниматели намерены инвестировать в учреждение 30 миллионов тенге. На эти средства в детском саду сделают ремонт, откроют дополнительные кружки, а также установят камеры видеонаблюдений. Отмечу, в городе работают 55 дошкольных учреждений, 39 из которых являются частными. Хочу отметить, что детсад полностью не передан в частные руки. Дошкольные учреждения будут контролировать государственные органы. По истечении 1 года мы должны отчитаться о проделанной работе. Я думаю, родителям не стоит волноваться. Оплата за детский сад не изменится. При этом все рабочие места будут сохранены, в том числе заработная плата со всеми надбавками.
Качество дошкольного образования в Грузии практически на нуле. Таковы результаты исследования детского фонда ООН во всех районных администрациях. Их в стране 64. Специалисты проанализировали несколько направлений, среди которых доступность детских садов, образовательная программа и квалификация персонала. И выяснилось, что в большинстве детских садов группы переполнены, многие дошколята вовсе остаются за бортом. В теме разбиралась наш корреспондент Татья Дженни Бегашвили. Зачислить ребенка в государственный садик – настоящий подвиг, уверяет Стина Тингенелидзе. Молодой маме пришлось отказаться от работы и 2 года просидеть дома с 2 детьми. До тех пор, пока в их районе не открыли новое государственное дошкольное учреждение. В бесплатный государственный садик в нашем районе мы не попали, так как не было мест. Попали в соседний район, но дольше месяца там не продержались. Группа была переполнена. За 35 детьми следили только 2 педагога. Да и само здание было небольшим. В спальне стояло лишь 20 коек. Остальных 15 детей приходилось забирать домой на это время. Проблема перегруженности государственных детских садов в Грузии стала актуальной с 2013 года, когда все они стали бесплатными. Эксперты детского фонда ООН фиксировали и по 60 детей в одной группе. Такое количество не самым лучшим образом сказывается и на качестве образовательного процесса. Усугубляет ситуацию низкая квалификация персонала. У 44% воспитателей вообще нет профильного образования. Для повышения квалификации педагогов задействованы госпрограммы. Несколько тысяч воспитателей уже прошли аттестацию. Также в группах с большим количеством воспитанников мы ежегодно добавляем профессиональные кадры. В следующем году планируется открытие еще 11 новых детсадов, которые будут рассчитаны на более чем 3000 воспитанников. Кроме того, по словам экспертов, качественное дошкольное образование не могут получить и дети с особыми нуждами. Среда в садиках для них не адаптирована, а воспитатели в большинстве своем просто не знают, как работать с такими воспитанниками. Поэтому эти дети зачастую не могут развиваться полноценно. Из-за переполненности детских садов в Грузии попасть в них в этом году не смогли около 3000 детей. Власти страны делают все возможное, чтобы в ближайшее время решить эту проблему. Для того, чтобы дошколята, как, например, дети Тинатинганелидзе, не просиживали дома, а своевременно получали бы качественное дошкольное образование. Татья Джани Бегашвили, Шалвасура Милашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Событиям в мире. Возле химического завода в китайской провинции Хэбэй прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар. По последним данным, погибли 22 человека, столько же ранены. При этом число жертв может вырасти, говорят спасатели. Пламя также уничтожило около 50 машин. На месте продолжается борьба с последствиями аварии. Жителей просят не приближаться к району трагедии. Причина взрыва и другие подробности произошедшего пока неизвестны. Власти продолжают расследование. Неполадки в показаниях датчиков высоты и скорости не были устранены перед взлетом Боинга 737 МАКС авиакомпании Lion Air. Такие выводы содержатся в предварительном докладе Национального комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии. Впрочем, причины катастрофы в докладе не названы. Напомню, самолет Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкал-Пинанг. Примерно через 13 минут после взлета из аэропорта он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией. Именно поэтому Киев ввел военное положение. Об этом в интервью заявил украинский президент Петр Порошенко. Он также рассказал, что после инцидента в Керченском проливе пытался переговорить с Владимиром Путиным, но ответа не получил. До канцлера Німеччини еще... Сразу же вночі я замовив розмову з президентом Росії. Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным. Мы не получили ответа. Мне пришлось обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она поговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских моряков и кораблей. Это заявление Порошенко уже прокомментировали в Москве. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, каких-либо телефонных контактов президентов не было. Тем временем суд Симферополя арестовал 12 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Они проведут за решеткой 2 месяца. Приговора ждут еще 12 человек. Напомню, в воскресенье российские пограничники захватили 3 корабля ВМС Украины. В Москве утверждают, что они нарушили правила прохода через территориальные воды России и не реагировали на запросы береговой охраны.
охраны. В Киеве же утверждают, что действовали в рамках существующих соглашений. Соединенные Штаты хотели бы, чтобы европейские страны ужесточили санкции в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе и пересмотрели поддержку строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. На регулярном брифинге она напомнила журналистам, что европейские страны вводили санкции против России из-за ситуации в Крыму и юго-востоке Украины. Однако, по мнению представителей Госдепа, не все эти санкции должным образом соблюдаются. Мы бы хотели, чтобы наши европейские союзники делали больше для помощи Украине. Не хочу сказать, что США несут это бремя, но они занимаются этим вопросом в основном в одиночку. Соединенные Штаты продолжают торговую войну с Китаем. Президент США Дональд Трамп не откажется от новых 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Введение данных мер запланировано на 1 января 2019 года. И также глава Белого дома заявил, что если переговоры с китайским лидером не увенчаются успехом, он повысит тарифы на весь оставшийся китайский импорт. Новые пошлины могут затронуть возимую из Китая продукцию компании Apple, на которой они пока не распространяются. В Поднебесной уже отреагировали на решение Вашингтона. Пекин намерен жестко отстаивать свои интересы в случае усиления давления и укрепления американских протекционистских барьеров. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ген Шуан. По его словам, Китай видит только одно правильное решение – это переговоры на равноправной основе. Отмечу, Дональд Трамп неоднократно обвинял Пекин в нечестной торговле. По его словам, рынок США являлся одним из самых незащищенных в мире. Кроме того, американцы обвиняют китайских производителей в нарушении прав интеллектуальной собственности и незаконном присвоении технологий. Активисты Greenpeace забрались на крупнейшую в Польше угольную электростанцию, требуя от Варшавы отказаться от использования вредного для атмосферы топлива. Станция в Белхатове считается одним из главных источников загрязнения воздуха в Европе. Акция приурочена к грядущей конференции ООН, которая посвящена климату. Пройдет она в Катовице в начале декабря. Активисты уверены, что зависимость Польши от угля и разлад между правым руководством страны и Евросоюзом может серьезно усложнить переговоры. Между тем, на прошлой неделе Министерство энергетики Польши объявило, что к 2030 году сократит использование угля до 60%. Варшава также планирует к 2040 году построить новые атомные и морские ветряные электростанции. Матч группового этапа Лиги чемпионов между греческим АЕК и нидерландским Аяксом в Афинах омрачил неприятный инцидент. Местные фанаты начали бросать в болельщиков Аякса зажженные фаеры. Более того, дошло до того, что в сектор с голландцами полетел коктейль Молотова. Болельщикам Аякса досталось и от полиции. Их избили дубинками после того, как некоторые из них пытались ответить своим греческим оппонентам. Между тем, на поле голландцы выиграли, Аякс победил со счетом 2-0. Клуб из Нидерландов впервые с сезона 2005-2006 годов вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В школе села Баскудык Мангыстауской области открылся кабинет первого президента. Здесь собрали его историческую хронологию, детство, молодость, семья, первые выборы, встречи с мировыми лидерами. Иллюстрации в фотографиях раскрывают школьникам личность Нурсултана Назарбаева. Учащиеся имеют возможность получить быстрый доступ к книгам президента. В электронной библиотеке собрано около 20 трудов. Все интервью и репортажи, снятые о лидере нации, учащиеся могут просмотреть в интернете с помощью QR-кода. Сегодня казахстанская земля наполняется светом высочайшей духовности и благословения. Все наши одноклассники, семья,
пользуются этим QR-кодом. Просто берешь телефон, включаешь интернет и поближе поставишь телефон, и сразу автоматически появляется ваша книга, которую вы хотели прочитать. Мы говорим о программе цифровизации. Открываются современные классы. В преддверии Дня первого президента мы запустили новый проект. Феномен личности Ельбасы будут изучать наши школьники. Труды и достижения нашего президента послужат примером для подрастающего поколения. Молодой павлодарский художник Саулет Джанибеков организовал вторую персональную выставку в Астане. Мероприятие прошло в столичном дворце мира и согласия. На всеобщее обозрение он выставил 30 картин в стиле сюрреализма. Особенность работ в том, что автор скрывает лица людей за различными предметами, сохраняя некую интригу своих работ. Ранее художник проводил несколько выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Пекине, а также в Австрии и Словении. Выставка посвящена нам, нашим желаниям, нашим порокам, нашим каким-то мечтам, надеждам. Я затрагиваю в своих работах человеческие чувства, человеческую душу, человеческий мозг и человеческое тело, наверное, так можно сказать. И тело, и лицо являются, и цвет являются моими основными инструментами в этом. В индийском городе Айджал под общей крышей живет одна из самых больших в мире семей. В ней 181 человек. 73-летний глава семьи Зион и его родные. А это 39 жен, 94 сына и дочери, 14 невесток и 33 внука. Домочадцы практически всем обеспечивают себя сами. Мужчины содержат скот, выращивают урожай, мастерят и продают мебель, чтобы заработать деньги. Женщины следят за домом и кормят многочисленное семейство. Глава семьи Зион – непререкаемый авторитет, его уважают все родные, как его старшую супругу, с которой он обвенчался в 17 лет. Именно она руководит повседневными делами в доме, а остальные жены выполняют ее поручения. Пока это все. Оставайтесь с нами. До скорого.